Всем привет, с вами Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Сегодня пошли третьи сутки, как я пытаюсь безуспешно поймать рака на раколовку, поменяв все известные мне наживки на прикормки на рака. Результат пока нулевой, ни одного рака так я и не поймал. Но последняя наживка — это самая топовая, самая лучшая из известных мне наживок, прикормок на рака. И я даже взял с собой емкость на всякий случай, в надежде, что улов все-таки будет. Сегодня вот такая вот погодка, штормит с самого утра, ветер очень сильный, большая волна, рыбка плохо клюет. Возможно, она не клевала перед этим, как многие животные, в том числе и рыбы, реагируют на смену погоды, на вот такие вот шторма и ураганы, и перед этим плохо клюют. Тут стоят дальние забросы, поклевок нету. Ну что, приступим к проверке раколовки. Вот он, момент истины. Сейчас мы узнаем, ловит ли рака самая лучшая известная мне наживка. Или же рак. Нет, рака я одного уже точно вижу. Рака, какую-то рыбешку. Вот он, красавчик. Иди сюда. Первый. Из Магикан. А какой атлет. Бежал с того берега к нам. И вот рыбешка. Рыбешка нам пригодится. Это бубырь, как их тут называют местные. Бубыря мы поставим на судака. А рака на сома. Вот такой вот красавчик, кусючий гад, спортсмен. Первое место в соревнованиях заслужил по бегу с той стороны. 3-километровый раковый забег. Тихо-тихо. И его приз. Ну что ж, главный приз по забегу марафонскому 3-километровому с того берега достается первому и единственному победителю, вот этому красавцу, спортсмену. Вечером он пойдет со мной на рыбалку на сома. Ну что, рыбалка на сома сегодня, скорее всего, отменяется, потому что такой штормец, давно я таких не видел. Недавно был на Азовском море. Не всегда такая волна была. Да бывал и на океане. Даже на океане не всегда так штормит. Такие буруны, барашки идут белые. Ветер сумасшедший. Волна огромная. И приближается стена дождя. Скоро ливанет, уже моросит. Так что буду прятать все вещи и прятаться в домик. Всем до завтра. Если что поменяется, сообщу.